что нам уже будет заканчиваться, когда выборы это будут проходить всего лишь до 8 часов. До 8 часов мы не будем вести трансляцию, потому что особо какие-то события не происходят. Трансляция там еще продолжится завтра к вечеру. 19 часов. Мы посмотрим, как будет решать это голосование. И посмотрим, может быть, в один день кто был голосование, кто был голосование. И как бы результат. Ну, пока мы видим, что голосование полностью парализовано в его партии. По России ничего не идет. Информация, что уже же Навального блок. Если тоже доступ к ним сейчас трансляцию будем завершать. Смотрите, в предыдущей части трансляции вы увидите, как что происходило в тех.